автомобиля нет, готова приобрести, отказаться нет. Для семьи очень нужен автомобиль. Для мобильности, для быстроты, то есть чтобы все успеть. Проще так. И плюс непогода у нас. Холодно, болеем часто. Лучше на автомобиле передвигаться. Кому автомобиль необходим по работе, они должны ходить по городу. А кому доехать до магазина, целый день он стоит, потому что человек работает в магазине, я думаю, что это ни к чему. Автомобиль есть, отказаться не готов. Передвигаться на работу, с работы, по другим делам. У меня был автомобиль, и я от него отказался. Я по жизни пешеход. Когда я за рулем, я становлюсь опасным для общества. Я могу о чем-то задуматься, куда-то засмотреться, посмотрел, вокруг меня все нормально, а там ситуация меняется каждую секунду. Там надо постоянно стрелять глазами, я для этого не пригоден. У мужа есть, вряд ли он откажется. Ну, и бывают случаи, что необходима поездка. Не пешком же через весь город идти. Нет, у меня нет машины, и не хочу машину, мне нравится гулять. Я за здоровый образ жизни. И муж хотел машину, и тоже как бы... Решил, что лучше пешком, поэтому мы с ним больше пешком. Машина есть, потому что это удобно. Можно ездить туда, куда не ходит транспорт общественный. Кто хочет, тот ездит на велосипедах, были бы дорожки велосипедные. Кто хочет ездить на мотоциклах, кто хочет ездить на общественном транспорте. Делай выборы.